Здравствуйте, друзья. Наши камеры установлены в городе Дублин. Дублин. По-русски бы мы сказали Дублин, но это таки Дублин. Да. И, значит, мы находимся в доме у вот Ефима. Разве я хотел сказать Ефима Риэлтора, который у нас тут исполнял песни на канале там пару дней назад. Если камера подсвечивает, это очень неудобно. Пару дней назад, да. Тут у нас образ мадам Грицацуевой. Света, ну не надо так. Ну так прямо явно-то. Ну вот. Ладно, ты меня слышал. Вот мадам Грицацуева, это моя Светлана. А это вот дом, в котором мы встречаемся с любителями, вы думаете, выпить? Нет, любителями словесности. Это, кстати, раз в месяц арт-кафе Уфимы называется. Вот, арт-кафе Уфимы. Вот там город, то, что завтра, свет, кстати, будет. Это город Ливермор, да? Вон то. Вон то. Ливермор. Ливермор. Значит, как раз вот я, когда камеру включал, у нас Ефим говорил о том, что Дублин – это по ценам как бы… Самое лучшее место во всей Бэйре. То есть подобный дом нигде в Бэйре нельзя купить за такие деньги. А такой подобный дом сколько бы стоил? Ну, если, например, в Лас-Гатесе 1,5 миллиона такой. А здесь? Здесь до 700. Вы знаете, 1,5 миллиона – это уже сегодня не фокус. Уже в Сунивейле, не в Лас-Гатесе. Дом 2-bedroom, 1-bathroom на там 900 лодзи, 1,4 миллиона. Я продал за 900 тысяч таунхоум вот недавно. Да. 2-bedroom, 2-bath. Да. Да. Ну, то есть это не 1,5 миллиона. Так, мы, друзья, пойдем с Ефимом смотреть на его дом, чтобы вы знали, что можно купить за 700 там, тысяч значит, в 40 минутах езды от эпицентра Кремниевой долины. А это что? Вот где мы сейчас? Это такой дек. Здесь хотя бы свет есть. Так, гости съезжались. Здрасте. Здрасте. Так. Здрасте. Так. Это family room. Где? Так, это кухня. Давайте покажем кухню. Что мы так действительно кухню-то не показать? А свет можно зажечь в family room? Значит, это кухня, а это будет family room. Так. Тут вот любители словесности. С бутылками ходит. Все-таки словесность без этого дела не так, правильно же? Так. Зачитанные люди. Зачитанные. Да. Ну, это как... Пожалуйста, подпрыти в библиотеку. Да. Как у Венечки Ерофеева, говорит, трансцендентально, да? Выпила. Так, а это мы где? Здрасте. А это мы, можно сказать, вот там входная дверь. Вот мы так попали. Давайте я отойду. Это вот фактически мы входим сюда. Вот там дверь входная. Венецианская. Так. Тут у нас фотосессия. Давайте, друзья, посмотрим на объект. Не расходитесь. А я еще не все. Так, вот. Вы в каком образе сегодня? Я не знаю, в образе, я думаю. Просто в эпохе, вы в эпохе. В той эпохе, да, 10-20. Эпоха у нас где-то вот. Саша Чёрна. Да. Я говорю, вот там комната. Вам, друзья, тем, кто уже в коляске, в колыбельке имел мобильный девайс. Вот, вам, может быть, даже трудно сказать, что это здесь изображено. Это Underwood. Это приличное слово, друзья. Это бренд такой. Пишущая машинка немецкая. Тут вот мы видим с вами лестницу такую. Не нужно. Лестницу. И там жизнь происходит. Там комнаты. Но мы с вами будем в таком месте... Ой, на меня так нацелились, прямо даже меня стесняюсь. Нет, нет, ради бога, ради бога. Ради бога. Мой папа был турецко-подданным. Любители изящной словесности подкрепляются, чем Бог послал. А Бог послал, в общем-то, и тортики самодельные, и где-то даже был салат оливье. Вот он даже не до конца, так сказать, еще. И колбаску послал, и пюре, и капусту тушеную. Ну, в общем, шпроты, да, друзья. Не оголодаешь тут и от засухи,
как бы сказать, тоже не пострадаешь. Тут есть чем залить эту самую заску. Это все сладенькое и очень симпатичненькое. Так, давайте смотреть, чем сладеньким книголюбы-то промышляют. Чем? Конфетки. Белочка. Ой, Белочка. У моей камеры иногда включается вот вдруг освещение по какому-то известному ей одной принципу. Катюша, в каком вы образе, солнышко, сегодня? Сегодня мы отмечаем, то есть нет, мы сейчас... Переносимся. Да, переносимся в начало 20 века. Так. У нас вечный поэзия Серебряный век. Хорошо. И как народ вообще воспринял? С энтузиазмом? С энтузиазмом. Все в костюмах. А не нужно вот обязательно какой-нибудь предмет серебряный на себе приносить? Если век серебряный... У нас серебро в душе. Ну, такое па, как бы. Ну, по отдельности, а потом... Да. Вот. Замечательно. Какое-то, я чувствую, возвышенное страдание. Вы видите, друзья, фотосессию. Значит, тема фотосессии – это гимназистки предвоенного 13-го года. Девочки, девочки. 1913 года, Серебряный век. Серебряные доспехи. Все три прически идут в категории «Офицеры за мной». Военная тематика очень популярна была в это время. Тут такой столик для предметов старины. Это канделябры. Это когда гусары собирались, например, и кто-то мошенничал в карты, били канделябрами. Вот это предмет такой, чисто гусарский. Это я даже не знаю, что, честно. Вот это что? Так, мы спросим. А Фима, что это за предмет? Вот? Это такое блюдо индийское. А, это тоже Серебряный век? Да. А, оно серебряное? Да. Я понял, оно серебряное. Серебряные посуды. Да, вот, кстати, Александра Блока. А почему нет? Если он серебряного... Серебряной посуды поест, и серебряного кубка выпьет, и потом серебряным голосом прочитает стишок. Такой, да, что не все поймут. Вот, вот уже и все. Мадам Грицацова, вы как? Друзья, те из вас, кто увлекается поэзией и не нашел еще свою музу, у нас для вас есть, как бы сказать, предложение, от которого вы, может быть, даже не сможете отказаться. Вот, вот муза, пожалуйста. Помашите нам ручкой, пожалуйста. Вот так вот. Муза открыта к поэзии. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний тлетворный дух. Вдали, над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, и раздается женский виск, а в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен, и влагой терпкой и таинственной, как я смирен и оглушен. Можно? Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон. Что это было? Чья победа? Кто побежден? Все передумываю снова, вся перемучилась вновь в том, для чего не знаю слова, была ли любовь. Кто тот охотник? Кто добыча? Все дьявольски наоборот, что понял длительно мурлыча сибирский кот. В том поединке своей волей, кто в чьей руке был только мяч, чье сердце, ваше ли, мое ли, летело вскачь. И все-таки, что ж это было, чего так хочется и жаль, так и не знаю, победила ли, побеждена ли. Много чудес в Москве имеется, и голос без человека и без лошади воз. Сын мой, побывав в красноармейцах, штуку такую мне привез. Папаша, говорит, на вещицу глянь,
не мешало понять вам бы. Вынимает паршивую запаянную склянь. Это, говорит, электрическая лампа. Ну, говорю, насмешил ты целую волость. А сам от смеха чуть не усох. Вижу склянка, в склянке волос. Но, между прочим, не из бороды и не из усов. Врыл столбище возле ворота. Склянку под потолок навесил он. И начал избу сверлить коловоротом. И стало мне совсем не весело. Значит, в разрушенном Мемфисе. Как царственно в разрушенном Мемфисе, когда луна тысячелетий глаз глядит печально из померкшей выси на город, на развалины, на нас. Ленивый Нил плывет, как воды Стикса, громады стен проломленных хранят, следы кирки неистого Гикса, строк уцелевших обелисков ряд. Я скромный гость из молодой Эллады, и в тихий час таинственных планет обломки громкого былого рады шепнуть пришельцу горестный привет. Ты, странник из земли, любимой небом, сын племени, идущего к лучам, пусть ты клянешься Тотом или Фебом, внимай, внимай, о чужестранец нам. Шагал от дверей до окошка, барабанил марш по стеклу и следил, как хозяйская кошка ловила свой хвост на полу. Свистал, рассматривал тупо комод, остров мертвых, кровать. Это было и скучно, и глупо, и опять начинал я шагать. Взял Маркса, поставил на полку. Взял Гёте и тоже назад, зевая, подглядывал в щелку, как соседка пила шоколад. А вот пошли на дело, выпить захотелось. Мы зашли в шикарный ресторан. Там сидела мурка в кожаной кутюрке. Низ полы торчал нога. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и душой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. Я подумала.